Нет, движение тоже хорошее, также и стоп-хам, и вот это, да. Ну, главное, понимаешь, мера, его величество мера, чтобы не перебарщивать. Вот. Понимаешь, где там неправильно стало на автомобиле, вот это правильно подойти и сказать, понимаешь, вот эти вот вечера, наклейку эту поставить. Или где пьет мужик, там, или да, и у меня возле дома тоже. Постоянно пьют, теряют постоянно какие-то бичи какие-то, понимаешь, какие-то пьяницы. Говорят, мы бесп... они снова, и дети все это видят. Они тут напьются, тут же лежат, валяются пьяными, и все это дети видят. Матерятся, ругаются. Вот это распитие, это я за, чтобы это тоже. Они молодцы, вот ребята в этом смысле. Они смелые. Не каждый на это пойдет, вот этим делом заниматься. Хорошим, правильным делом. Только мера, я имею в виду, не переусердствовать. Вот, в этом смысле.